25 років тому Чорнобильська біда об'єднала цих жінок. Їхні чоловіки взяли участь в ліквідації наслідків атомної аварії. Подвиг забрав здоров'я, а згодом і життя ліквідаторів. Родини героїв лишились без годувальника. Для підтримки та допомоги чорнобильським удовам законодавством передбачена низка пільг. Есть и вот по отоплению, вот и на установление газового отопления, на телефон, на коммунальные услуги. Вот. Все эти тоже льготы за вами сохраняются. Если, к примеру, при сокращении на работе, у кого были такие случаи, тоже возвращались в наше управление, тоже эти люди оставались на работе, потому что вы имели первостепенное значение, вы оставались на своих рабочих местах. Обговорити нагальні питання, допомогти в кожній конкретній ситуації. На зустріч запросили представників підприємств, що працюють з родинами ліквідаторів, Пенсійний фонд, Управління праці і соціального захисту населення. Були присутні і керівники громадських об'єднань. Вони слухали скарги та зауваження вдів-чорнобильців та намагались одразу знайти рішення проблеми. У складі міської організації «Союз Чорнобиль» 44 вдови ліквідаторів аварії. Більшість присутніх з них скаржились на пенсійне забезпечення. Платили пенсию, все правильно. В декабре повысили, как положено. В январе умирает. Прихожу через 2 недели, пенсионные мне говорят, что вашего дела нет в пенсионном, его дело. Где оно? Исчезло вообще. Это не ядно. Там еще придут. Вот. И говорит, исчезло. Может быть такое. Я говорю, на каком основании вы ему платили пенсию? Это автоматически у нас было заложено в компьютере. А мне что делать? А вам нужно ехать. Значит, собирать в Киев, в архив. Это я ездила. Я дважды ездила. Я поехала туда, в Киев, заказала справку. Через месяц позвонила туда, мне сказали, приезжайте. Я поехала за справкой, что он был в Чернобыле. Никакой военный билет, ни доказ, ничего, что ни справки свои, ничего. Вот эту справку надо. Нет документов у нас. Вот может так они пропасть, пенсионного? Не положена эта пенсия. На каком основании она не положена, мне никто не сказал и не показал. Сколько я не пыталась, покажите мне этот закон, где не положено. Я уйду, понимаете, вот, ну как, ну не положено, значит не положено. Не будет у меня вот здесь, вот как мне. В законе предусмотрено, что жена имеет право на... Там идет сейчас двойной расчет. Или 50% размера пенсии, которую получал умерший, или какой-то процент от заработка, который он рассчитывался. Но опять это все расчетным путем от зарплаты, которую он получал в период отчуждения. Там нигде не сказано о размере, когда чернобылец получает по решению суда. Соответственно, когда обращается жена за мужа, и у него было решение суда, мы начинаем применять закон, нормы закона. И там уже ж не та получается пенсия, которую хотят видеть наши уважаемые жены. Здесь должен быть четкий алгоритм. Если к вам приходит человек и обращается, вы должны ему сказать, что это будет вот так. Если это по закону, как трактует норма закона, если вы хотите больше, значит вы должны обратиться в суд, и суд должен вынести вот такое решение, согласно которому мы сделаем вам перечисление. Окрім негараздів з паперами, оформленням та перерахуванням пенсій, жінки скаржились на непривітне ставлення міських чиновників. Ви знаєте, з нами не розмовляють, нас просто відщелкують, і все. Я просто удивлена, у мене муж був. А Чернобыль из первой группы. Ну, умер в 93-м году. Я понимаю, что есть проблема. И я понимаю того сотрудника, который не может там решить ее, потому что такой закон. Но человеческое отношение – это что? Оно законом регламентировано? Питання та пропозиції, що пролунали на зібранні, розглядатимуться на найближчому засіданні міськвиконкому. За участі начальника управління Пенсійного фонду планується знайти рішення найгостріших проблем чорнобильських родин. Валентина Вовканич та Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».